Доброе утро. 7:50 в Москве. Я снимаю Покотов в Лазаревском. Подписывайтесь на видео. Будете получать реальную ежедневную погоду в районе Сочи. Не забывайте делиться вашей погодой, какая у вас. Всем зрителям канала интересно. Температура воздуха с утра плюс 25 градусов. Море 29. Теплая-теплая вода. Я на пляже. Морская звезда и бирюза. Утро раннее, только потихоньку подтягиваются гости. Не все любят так рано вставать. Ночью чуть-чуть попрохладнее стали, плюс 23, и уже хоть дышать есть чем. Вообще днем зной, и похоже, что этим днем точно так же будет, потому что небо безоблачное, и уже прям вот чувствуется тепло. А море какое с утра. Вообще волны практически нет. Немножко как бы шепчет, где оно находится, с какой стороны. Здесь тоже пляж хороший, песочек. Всем хорошего дня и прекрасного настроения.